Что ж, друзья, еще раз всем привет! С вами Слэм, с вами Страйк, КС, СЛТВ и НИП против команды Zed Nation. Прямо сейчас эти команды сразятся у нас здесь. Естественно, скорее всего, на немецком сервере, хотя может быть на шведском, точно я пока что не знаю. Да, по составам вкратце всем все, думаю, давным-давно ясно понятно. Zed Nation, Сейзит, Кибакин и Латра, Зузу, Марс. Со стендинами вроде бы сегодня также играет ком. Нет, Флай и Айра вернулись, друзья, на сегодняшний матч. Унипов, Гидрайт, Прайберг, Зист, Фифларен, Порос. Все-таки Zed Nation почувствовали себя и решили все-таки играть нормальным составом. Ну и смотрим на Гидрайта, которого не заметили. И Гидрайт зато заметил и Бомб Кэрри, и еще одного чувака. В Можно итоге сказать, всю команду Zed Nation заметил, да. Гидрайт и просто обезоружил. А Форест еще и в прыжке ставит эйршоты по флаю. Вот это на самом деле такой поворот судьбы. Вроде бы ник у тебя флай, а в воздухе тебя Форест убирает. То есть... Да. В итоге играет вроде на немецком сервере, потому что у шведов пин 26-27, у русских в районе 70, только у Сейзда неплохой пинг. Ну и Evil 69, непонятно почему, Fly 75 тоже непонятно. Ну, скорее почему. Всего, немецкий сервер. Вот единственное, вот чему вижу объяснение. Хотя, с другой стороны, шведы могут играть на шведском с пингом 5, 6, 7, ну до 10, ну и русские там с пингом 20. По-моему, этот вариант куда поинтереснее. Панда, какой сервер? Немецкий? Немецкий сервер.
Ну, на самом-то деле, ну, не повезет сейчас очень сильно Z Nation, просто 75 это уже сложно. Ну, реально, даже несмотря на то, что и движок у CSGO нормальный, и интернет-коннект, протокол очень хороший, и все вроде бы завязано о том, что и пинга-то быть не должно, но... Не так пинг должен решать, но вот 75 против, как бы, да, практически лана, это уже тяжело. Ну, и НИПы сейчас покупают, также покупают, естественно, Z Nation, фуллбай на фуллбай, замирает Дидрайт с флешкой. Флешми и Тайра с флайм будут продолжать действовать. Номера 6 и 7. Первый открывается Аэро, чтобы чекнуть. Собирает информацию с Апланта, и агрессии там нету. А вот релиз The Кракларен, он же товарищ... Я сначала подумал, что это Кракен какой-то. Не-не-не. Release the Кракен. Это... Крак. Это Фифларен. Его закрывает Аэро. Флай минус Форест. На поджиме НИПов поймали. Отличный мид выиграли. Пошли обратно в обратку. И аркада у НИПов нигде нету. На закрытом, правда, выходит Файбер к аркаду на Зик. Он не... Он слышит нереальную тишину просто в коврах. Соответственно, дает инфу своим тиммейтам. Сейчас будет у НИПов снова подстройка пода. И... Все, многое зависит от того, как сейчас здесь разыграет Файберг. Если, ну, он чекнет... Сейзет, по-моему, точнее, Сейзет и компания перешифровали немножко, и вот сейчас втроем перетягиваются в ковры или в яму. Не, они сделали все правильно. Они думали то, что там будет поджим, потому что на контакта не было, да? Но НИПы сыграли нестандартно. Файберг вместо того, чтобы захолдиться, да, он прошел в аркаду, в итоге чекнул мид пустой, теперь уже стягивается на, и по факту все было просчитано. Так, смотри, сбривают Гитрайта со Стайром в респауне. Но не выцепили флай, обрати внимание, он сможет запереть. Сейзет минус Зист, Файберг. Смотри, флай. Что творит Файберг. Ой-ой-ой, флай в такой ситуации оставил один на один, но Файберг уже здесь просто... Ах, флэш. Ну, Фрайберг просто знал то, что здесь будет этот запирающий, вторая, ну, флешка вот, тоже. Вот на таких раундах просто нереально обидно становится за команду Z Nation. Правда, еще не потеряно ничего, но вот пауза нажимается в самый ответственный момент, но на самом деле она нажата в начале следующего раунда, поэтому у нас пока есть шансы определить, кто же станет победителем этой баталии. Я ставлю на флая. Ну, мне тоже хочется, чтобы выиграл флай, потому что ситуация 4 в 1, и проиграть такой раунд — это просто нереальная минус мораль. Это просто похороны матча будет. Просто флай не сыграл свою роль. Его задача была запереть, как бы, вот именно Фрайберга. Фрайберг должен был дохнуть еще на зиге, но в силу обстоятельств мы видели то, что флай 7 хелсами отсиживался в углу. И вот в конечном-то итоге в такую дурацкую, я бы сказал, ситуацию попала команда Z Nation. Здесь надо было как бы и выигрывать, но непонятно, чем сейчас закончится. Ну, по ХП, конечно, ясно, но шальная пуля может решить. Х2 до Лайера, минус от Сейзеда, и все-таки Файберг. Все-таки Файберг, и 218 раз стреляли в этом раунде. Ой-ой-ой, 3-0. Крутая статистика. Ну вот как-то так, НИПам удалось перевернуть все сверх на голову в предыдущем раунде, и теперь... А ты видел с Сейзедом прикольное интервью там еще с Киберфайта старое? Видел, ему говорят, представься, пожалуйста, он представляется, ну тихо, и снова говорят, представься, пожалуйста, он что-то сказал, я... Ну, он как-то свое имя перековеркал и фамилию, и все неправильно. Я думаю, я видел это видео нарезку, по-моему, да, видеоинтервью. Да-да-да. По-моему, видео. Такая была жесть просто. Я вспоминаю таких моментов, такие моменты мне просто хочется это интервью показывать, как бы Сейзеду сразу, как раунд слит, сразу Сейзед, смотри, это ты. Вот, чтоб подбодрить как-то. Так, ну на эко-раунде команды Z Nation НИПы сыграли агрессивно, побежали в аркаду в миду, закрыли подвал, сделали 3 минуса, в итоге Кибакин и Сейзет остались вдвоем и попытаются что-то придумать. Ну вот, походу, идет сейчас выяснение отношений, Кибакин заперт в углу, и вот, скорее всего, он не играет, а просто сейчас идет машина какая-то у команды Z Nation. Ну, конечно, проиграть такой раунд, я не знаю, очень обидно. Наконец-то зашевелился у нас Кибакин. Он, по-моему, просто повис в начале раунда. Или куда-то отошел. Но это уже не важно. Его здесь добили, и Форест у нас будет играть со Штайром. Он же Аук. Ну и начинается, господа, веселье. Вот сейчас Z Nation должны просто брать. На самом деле, это способная команда. Они могут вот одним составом. Они не тренировались в течение этого сезона. И... ну, на самом деле надо было всего-то, ну, попотеть месяцок в онлайне, потренироваться плотненько, да, но зато можно выйти на лан железный, на лан, к лану потом подготовиться, да, приехать, но это как бы прибавило бы шансов в поисках спонсоров, кстати, команда по-прежнему пока без спонсорской поддержки, но поддерживает тег, под которым начинали играть. Флай минус Фларен, хорошее начало.
Ну, вот, по-моему, именно за Аланом, наверное, стоит смотреть в большинстве ситуаций, потому что этот чувак просто грызет, всегда грызет. Так, сейчас с моменталочкой. Мы успели потерять The Nation уже Кебакина. Моменталочка. В одиночку пытался выйти из ямы, за что был, собственно, наказан. Моменталочка от Флая и... Поздняя. Вот сейчас, если яма не сыграет от Гаранина... Да, а яма не играет от Гаранина, все, это тупик на... Сейзет попытается забрать Фореста, но и этот тоже умудряется его убить. Ну и буквально за... Буквально пошагово просто атака рассыпается из поставленного раунда в бесконтактное какое-то противостояние и бессмысленные поражения. Кстати, еще знаешь, что хотел бы сказать? В оправдании команде Virtus.pro, которая сейчас сидит на ване в киберарене и жалуются на то, что у них там 75 Гц, мало FPS, типа, ну... Как, сейчас у них все нормально. Сейчас у них все отлично, потому что вернули все компьютеры, которые были. А, вот на время проведения финалов по танкам, а именно Golden League, у них были небольшие проблемки, и вот жалуются на Кирилл, потому что у их оппонентов в онлайне, когда они играют, например, против тех же Непов, FPS зашкаливает, фрекки зашкаливает, ну не фрекки, а эти, как его, герцы. И просто парни играют на самолетах, можно сказать, и когда вот ты играешь как простой смертный, а против тебя бог. Ну и, собственно, вот так же и отлетели ВП от Непов. Жесть что, жесть. Ну вы сейчас все видели, что произошло на Плент, я вроде бы показал практически всю картину. Смотри, которую... как кто-то отвалился у нас. Ну да, такой. Приуныл у нас на мосту, но, конечно. Просто. Похоже, знаешь, на йогов на остановках, которые любят по пиву после работы. Ну и Сейзет, соответственно, остается у нас вот в такой вот позиции. Светит ему. Здесь пуля в голову уж точно, если вылезет. Он ждет любого аркадившего игрока, но... Кстати, по-моему, Нипы начинают потихонечку уже веселиться. У Гитра это ковбойские пистолеты в руках. Веселиться они начнут, кстати, в следующем раунде. И... Потому что у команды Z Nation будет эко-раунд. Да. Так, а вот это уже интересно. Вот так вот прокрался у нас... Ах, что ж ты делаешь, Костин Денис? Да, опасно Сейзет. Стрелять Фифларну в спину. Сдача замучает. Да сдача просто Фифларна замучила и ну, прямо развернул, что сказать. Галил и Калаши пошли в руки команды Z Nation. Понимают они, что надо рано или поздно это безобразие как-то заканчивать. И надо выходить действительно в плюс. Ну а тем временем посмотри, что с Непами, точнее с их экономикой происходит. У Непов уже просто накопилось... А столько денег. Они могут в долг со Соединенным Штатом дать уже. Как бы вообще спокойно еще останется. Вот шведы, да, в стране стабильность в экономике. В КСе тоже. Что за страна? Хоккей выиграли. Ё-моё, а. Жесть какая-то, друзья. По-моему, это год Швеции. Ей-богу. Вот в том году притормозили Непов. В этом что-то пока как-то все неясно, непонятно. Ладно, 6-0, Z Nation, slow play и минус от Сейзда. Ну вот на опене хорошо играют, вообще первые секунды раунда всегда выигрывают свои перестрелки. Ну, кроме Фореста, конечно. Ну вот на Фореста лучше не выходить в одиночку, Сейзда рискнул и за это поплатил. Знаешь, по-моему, в этой игре Форест нашел себя еще больше, чем в 1.6, потому что здесь есть замечательный аук. Да, ну вот посмотри, что сейчас делают Z Nation. Не могу понять, а что происходит вот сейчас с парнями, потому что делают open фраг, после этого отдаются... Один за одним. И вот после опена нет никаких командных действий. Не пытаются сыграть как-то вместе. А действуют в одиночку. Ну и за это, собственно, флаг. Мы Z Nation, тра-та-та. Мы ты-ты-ты, медведя. Но это нам не помогло. CS GO. Там цветы НЛО. Детство с рифмой я дружу. 3-17-101. 7-0. Между прочим, тем временем, и шведская команда пока, ну не знаю, может моя кричалочка Z Nation пойдет на пользу. Хотя с P250 им ничего не пойдет на пользу, сейчас их просто здесь будут давить. И по-моему сейчас на Б-планете звездный час будет у Фрайберга. И если он не сделает свои минус 5, то этот раунд для него будет провальным. Хотя он уже на полпути к успеху, вот если еще граната под тайминг залетит. Смотрите, Z Nation просто ждут, они ждут от Фрайберга агрессивные игры. Но зная еще, что Форест там стоит, они думают, что точно там будет агрессивная игра. Кстати, команда НИП уже на никого не дождалась, мид зачекали. По-моему, все очевидно, что чуваки либо в коврах на Б, либо в коврах на А. Но без шутки нет, и Фрайберг начинает ловко разыгрывать неловкий момент. Форест ему будет ассистировать, и, по-моему, да, Форест выходит в ассист не
не в самой хорошей форме, проигрывает львиную долю своих патронов, но остается на перестрелке один на один Сайра, который реализовал по 250 в начале раунда. Ну, мы прекрасно знаем, что с такими шансами здесь The Nation ловить на Б нечего, и это 8-0. Первая половина за шведской командой. Кстати, вчера НИПы очень борзо, на самом-то деле, играли с командой 10. Все это прекрасно видели, эти безумные отдачи. Так вот, друзья, что происходило дальше вчера? Прихожу, значит, домой после матчей, такой спокойный, открываю бутылочку короны, захожу в скайпе, в конференции, короче, товарищ Клай начинает мочить. Что-то вроде НИПы использовали там несколько дымов, все такое, начинает мошнить команду НИП. Ну, вы видели счет финальный, 16-14, мне пишет Сеня. Сеня спрашивает, 16-14, типа, что чувак мочит? А я говорю, что мошна не оправдана, потому что счет на самом деле был не 16-14, а 16-3. Потому что, ну, все прекрасно видели, чем там, чем занимались НИПы во второй половине. Просто начиная с первой пистолетки, парни бегали. Просто появились, побежали. Они даже экраунды не делали нормально, они просто появились, побежали. Так вот, Клай, походу, почувствовал жажду правил, но вот... Так вот даже сейчас вот видно, что НИПы просто играются за Z-Nation. Вот не знаю. То есть, как да ребенок с котенком. Смотри, смотри, сейчас тут Флай включит. Не включил тигра, пока все еще котенок. Сейчас Айра включу, да? Айра здесь может включить только, я не знаю... Ну вот Айра уже подключил и выбирает уже Фрайберг. Да, 9-0. Пока без шансов для Z-Nation. Ну если бы сейчас ЕЛТЗ играли с ним, я думаю, что протест был бы в течение 10 минут сразу. 100%, я даже в этом не сомневаюсь. Эх, ЕЛТЗ. Подпортили себе репутацию парни на самом-то деле. Нелестно о них отзывается комьюнити, нелестно о них отзываются кейсеры. Но, может быть, пройдет это со временем. А я все еще пытаюсь прочитать по хэштегу КССЛТВ. Может быть, что-то есть. Так, Заки Сяшота пишет. Готовлюсь к экзамену, смотрю КССЛТВ, передай мне привет. Привет тебе, хлебушек. Так, ну посмотри, без исключения. Сейзет начинает с опенфрага, забирает Кракмена какого-то вот такого парня. Фифларена, да. Ну и продолжает Z-Nation делать минус Айра, минус Зис. На самом деле просто нет ну у него... Ну и посмотри, теперь... Просто в игру вступает Форест. И его великолепный зум а-ля 4-4. Два минуса, и в итоге опять Z-Nation остаются уже в меньшинстве. Ну и Кибакин попытается разыграть эту ситуацию. 1 в 2 на пленте, поставит бомбу. И вот кто кого. Форест, Фрайберг. Или великолепный Кибакин. Ну, вот надо Кибакин... уходить, шведы просто его простреливают, держат под контролем красный. Он пытается что-то сделать, но надо было... Допаться как-то, не знаю, на подъем, на делпан. В итоге тут еще АВП сейчас найдут. А, плеточку, конечно. Вот если пересмотреть эту игру в записи, от команды Z-Nation вот просто постоянно в начале раунда идет минус. Стабильно причем. Да, да, да. Но смотри, вот потом, парни, я не знаю, что с ними происходит. Вот. Слушай, смотри, матч идет 10 минут, счет 10-0. Ну, тенденция мне очень нравится. 11 раунд первой половины, и у Z-Nation пока что без какой-либо... Не знаю, ну хоть какую-то, не знаю, попытку сделать и выйти на плен. Ну все, НИПы, по-моему, вообще оборзели. Смотри, что делают. Ну, они просто взяли и не дали раскидать мидл сейчас Z-Nation, не дали его подготовить. Подожгли карту, можно сказать. Evil Fly и Кибакин втроем звеном действуют в сторону Бэшечки через зигу и пытаются отрандомить прострельщиками в дым с перемычки, но этого не происходит. И парни целиком, в принципе, здесь прошли, не законтролили. Белый Fly минус Файберг, отлично. Надо забирать левый угол, минус убийца Форест и 3-4, Fly красный. Ну, опять-таки же, посмотри, просто НИПы врываются на бэшлэм, делают 3 минуса, остается все тот же Кибакин один против троих. Самое интересное, Фифлары на врыве дает эти фраги, который никогда особо сильно не отличался эффективность стрельбой на ближних дистанциях. Но Антон, конечно, попытается тут что-то потащить, заберет к Зистулю. Один на один остается против самого плохого и злого негодяя, и тот его просто вообще вот нет слов, не, да пошли они все вообще, не хочу вот как это... Да, что происходит, чё, непонятно. Чё... Ну, короче, походу НИПы издеваются на Z-Nation. Да тут не НИПы издеваются на Z-Nation, тут, по-моему, Z-Nation сами над собой издеваются. Захар в чате, наш регулярный зритель, пишет, что он уходит в армию в июле. Но хае, как научишься кидать, пиши, пиши, будем ждать. Флешки не промазывай, чувак. Так, и посмотри, для статистики очередной раунд начинается с минуса команды Z-Nation. Будет ли он исключением? Сейчас посмотрим.
Слушай, тут Форест настолько долго мансовался за Молотовым, что я начинаю уже бояться. Так, а это, по-моему, первый раунд для Z-Nation, если Фрайберг не сотворит. Не, Фрайберг сейчас убьет первого, он знает то, что там перетяжечка, знает то, что КТ занят, поэтому... А бомба только бежит. А еще один минус-то уже не за горами. Ну что, еще сейчас смог даст, чтобы вообще все было четко. Ну не попал, смог вот единственный, наверное. Ну не убил, конечно, прострелом, но... Вот он шанс для Z-Nation, который надо как-то пытаться брать. Аэра. Ну вот у Аэра есть шанс вообще застать. Но вот очень-очень загнанный на самом деле, ребята, из Z-Nation. Вы можете видеть, насколько закрыты позиции этих парней. При том, что они знают, что вообще происходит, где находится Фрайберг. Они даже не могут его просто выйти и убить, потому что НИПы их совсем запугали. Но слава богу, взяли первый, 11-1. Может быть, 11-4 получится, но это пока маловероятно. Хорошее настроение у шведской команды. И стабильность их преследует. Что едят вообще на завтрак эти парни? Кто-нибудь знает? Надо будет спросить в Твиттере. Подготовка центра, а тут уже... все, понеслась душа в рай. Гранаты в центр также сработали. На белые не пустили. Фрайберг в аркаде. Сейзет ждет сейчас как раз такого мува. Ну вот Денису хватает здесь, как бы, да, опыта понять, что вполне возможно это был подпуш. Так, ну вот забирает контроль еще аэро. Ну, Фрайберг... Железно. Справляется сработал. И с Сейзедом. Ну и вот, кстати, Сейзед раунде... растерялся, потому что второго увидел, и потом уже совсем расстроился, руки опустились, походу. Ой-ой-ой. Ну вот после такого, конечно, обидно. Очень интересно, Гзист под Молотовым так стоял. Так. Ну вот это вот называется русский ответ шведским фанбоем Гидрайта. Кибакин! Новое оружие! Ну и смотри, будут в российском Counter-Strike. По зигзагу игроки команды Z-Nation. Гитрай должен был контролить эту позицию, но дымок. Он кого-то напрямую, блин, бедняга, и просто Мише не повезло. Так, а еще Экзист приходит в спину, забирает Кибакина, бомба оффлай на руках, знает, где находятся два его оппонента. Поставит плент, но возьмет ли раунд, даже не знаю. Тяжело ответить на этот вопрос. Но, кстати, вот в кого в этого парня я верю, да, и вот под эти слова Флай тушит без шанса. Да, при том, что он вообще встает в окне, кидает дым в зиг и дохнет от плетки, которая его ждала. Вот, вот это... знаешь, вот на самом деле, вот в этой команде очень сильные игрочки собраны. Эйвил, Кибакин. Ну, может, Кибакин к ним не, ну, не так относится. Они не тренируются. Они не тренируются. Это команда, которая... Это команда друзей. Вот пока это команда друзей, они не тренятся, у них было желание вот на начале CSGO сцены, да, но никто не поддержал коллектив. Но с другой стороны, я считаю, что они просто должны были собраться и откатать хотя бы, не знаю, выйти на лана в двух сезонах. Но в том не вышли, да, в этом надо было рвать, не знаю, трениться и обыгрывать, но не поставили приоритеты, в итоге будут довольствоваться средним результатом. Тем не менее, в Старсерии они останутся, я думаю, на следующий сезон. Так в том-то и дело, что потенциал у команды очень большой. На самом деле парни могут играть хорошо и показывали этого нам не один раз уже. Но вот что-то все равно не хватает команде. Ну, насколько мы с тобой знаем, это в первую очередь это спонсорская поддержка. Ну, и понимаешь, мотивация для парней. Спонсорская поддержка звучит вот в качестве мотивации для парней слишком жестко. Сами все прекрасно. Все давно варятся в этой каше, все давно знают, как, что, где, у кого происходит. И тем не менее, все равно жалобы это на самом деле очень, как бы, ну, не радует. Как бы. Я считаю, что надо было набрать смелости, как бы, да, выкатить стальные шары и задрачивать реально на мотивации, как бы, да, а не ждать там, что с неба тебе упадут бабло, да, что-то будет. Вот есть возможность на Старладере выходить на ланы, приезжать, да, надо было и пользоваться, не воспользовались, все, все остальное уже это будет на грани нытья. Так, посмотри, какая позиция у Гитрайта. Как он... контролит Бплэнт. Ну, уже пропустил вот этот момент. Интересная позиция. Мог кого-то выцелить, но... А, типа он там на ящике стоял на респауне? Да, на ящике и смотрит аж глубоко на Бплэнт. Да, это я видел. Так, второй раунд берут Z-Nation. Последний раунд первой половины. И что ж, 12-3 или все-таки 13-2? Ну, я думаю, шведы дадут им шанс побегать во второй половине и взять для себя необходимые раунды. Ты думаешь, шведы будут сейчас фаниться во второй половине, ну, точно, да, так же, как они, делали, ну, это с десяткой? Они с десятками фанились, а здесь-то тут для них уже, по-моему... Но иногда, знаете, такой фан может привести к неминуемой мрапупе, поэтому
лучше пускай фанятся, чем не фанятся. Больше шансов увидеть экшен от Z-Nation. Ну, пока на два раунда собрались. Показывает нам автодиректор Гидрайта. Но на карте происходит следующее. Сейзит ждет команды. Вернее, Сейзит командует и ждет минуса на центре. Сейчас Фифларн... Не, Фифларн чекнул Зигу. Она пустая, услышал чувака в люльке и... Понимает то, что на центре минимум двое. Есть точно. Справа парня, кстати, он тоже слышал. Так, ну и под кучу флешек занимают перемычку игроки команды Z-Nation. Флайс забирает Фифларна. Есть минус от Айра. Так, ну вот неплохо зачистили Z-Nation перемычку на пленте. Ну вот по-прежнему Xist находится на бумпленте. Кибакин забирает его. Ну вот без разменов зашли на... Ну посмотри, что происходит дальше. Да. Форест и Фрайберг. Фрайберг вообще снова просто зажигает. Против красного игрока. Что творит Форест? Вот я смотрю, он только что даблом сбрил двоих. Это было просто фантастически. Ну, я не знаю. Вот когда Форест делает такие вещи... Короче, вкратце, анал карнавал. Все, молчим. Ждем второй половины. Радуемся тому, что имеем. Просто. И... Ну, под конец-то сезона, ну, кто-то потащит. А вот даже ЕЛТЗ постарались сегодня. Даже ЕЛТЗ постарались. И устроили зарубу для Нави. Ну вот почему-то вот Z-Nation не стараются. Не, ну ждем второй половины. Та-дам! Друзья, 17 секунд до начала второй половины. Жесть, как она есть. Ну и сейчас будет экшен. Следующая встреча, друзья, будет... Так, ESC Gaming против десяток. Если я не ошибаюсь. Вообще ВП... А, Z-Nation Alternate параллельно будут играть. Так, или стоп, 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 стоп. Так, а как это так тогда получается, что... Z-Nation Alternate... Ага, я понял. Все. У Z-Nation еще сегодня Alternate оказывается. Ну вот... Там будет проиграть намного обиднее, чем здесь. Ладно, давайте смотреть на первый пистолетный раунд, который может оказаться сейчас последним для ЗНов. И... По одной простой причине. Двух очков мало, действительно. Че, пистолетка — это шанс либо быстро выиграть, либо... Ну, для нипов либо быстро выиграть, либо медленно отдаться. Ну и нипы, посмотрите, выход на какой делают. Мы уже видели от них такую игру. О-о-о, там кабина вообще на такой дистанции была поставлена, что... Просто сама нереальность этого минуса заставляет уже поверить в то, что все. Просто ты стоишь, и тебя режут в упоре. Хохма в чем? Знаешь, Егор нам сказал, что зарежут чувака. Вот шли минусы от команды НИП. Я ждал, когда же вот будет тот самый момент, когда Флай должны зарезать. Ну да, я его тоже тыкал. Знаешь, что произошло? Просто пришел чувак, Флай стоял контроль. Раз его резнул. Второй резнул. Флай просто стоит и такой, что откуда? Кто ты такой? За что это мне наказание? Ты кто такой? Эй, давай, до свидания. 14-2, но это ГГшечка, друзья. Ну это уже просто издевательски выглядит со стороны НИП. Просто взяли и зарезали Флая настолько брутально. Это надо просто будет нарезать такой вот моментик, потому что действительно это было без пардона. Это не ситуация 1 к 3, это не прятки, это просто прибежал с ножом и зарезал. Продолжает раздавать у нас Форест. Зафармил двоих, красава. Ну и это, по-моему, 15-2, уже всем все давно понятно. Хотя, вот оно! Поломились, получили. Сейчас еще одного могут забрать. Забирают. Отлично. Отлично. Есть девайс. Ну, Айра один. Айра выбивает бомбу из Гиста, убивая его. Гидрайт остается один на один. А Гидрайт знает инфу, смотрит вообще в другую сторону, дает хэшку. Флешка мид по Айра попала, граната. И Гетр просто ждет. Ну, преимущество, естественно, здесь за Элисундом. Он, если заберет пакет, то это активный керри, и с ним будет сложно что-то сделать. Плюс у него стрельба, и, естественно... Ну, вот не прятался Айра. На самом деле, спрятаться было бы более продуманным шагом с его стороны. Ну и счет 15-2. Говорит сам за себя. Я думаю, всем все понятно. Ясно, понятно. Так, смог пошел в мид от Гидрайта. И последний раунд, по-моему, будут разыгрывать на аплэнд. Дробовик у Кибакина. Xist уже на апленте прочекал под мостом. Зашел в перемычку. Перемычка пустая. Его здесь даже никто не жмет. Плохо, плохо прочекали.
Так, а Кибакин там в спину Трубилька забирает со второго. Минус 3, Кибакин разошел. Сейчас рали только вот. По-моему, это хайлайт. Ну, это хайлайт, но счет позволяет команде НИП вообще закрытыми глазами играть. Они даже могут оружие не покупать, с глоками сбегать. Да если в пистолетном раунде чувак бежит просто с ножом и режет. Если он просто встает напротив тебя и режет тебя, а ты туда, а ты даже, ну, А ты не понимаешь просто, как? Как? Мою команду разрывали везде в этот, ну, момент, а меня просто брали и резали. Жесть, жестюшечка, друзья. Огромная жестюшечка. НИПам, по-моему, пора бы уже переквалифицироваться, не знаю, в команду, которая должна играть там игру в год. Тогда их, может быть, обыграют. Да не, LAN-турнир, друзья, покажет. На самом деле, вот DreamHack посмотрим. Я думаю, что все-таки они в форме, но... Вот мне кажется, что именно датская команда какая-то из Fnatic, либо Копенгаген Вульфс их должна будет на лане посадить на пукан. Ну пора уже, пора, хватит. Хватит это терпеть. С другой стороны, в датчанах я сомневаюсь по одной простой причине. Что выкладываются они только там, не знаю, вот против команд с СНГ, а с шведами у них вообще никогда не ладилось. Ну, даже если вспоминать старые времена, там 1.6, да, то баланс был раньше какой. Там МТВ контрит поляков, поляки контрит шведов, шведы контрит всех. Вот такой был момент. Ну, потом Na'Vi нарисовались, которые тоже, конечно, там, да, свою лепту внесли. Но чтобы датские команды доминировали шведов, это было редко. Нет, было золотое время. Ну да, было, но оно было очень недолго. Ну что, Гидрайт последний ныкается. Ныкается пока что эффективно. Пытался убежать, но Флай уже его обошел. Счет 15-4, ну и девайс от команды NIP. Здесь по-прежнему не стал Operation контрибьютором. Не купил он себе эту штучку. Молодец. Четкий чел. Остальные все игроки купили. Ну что, смотрим, Айра, чек мида. У НИПов, по-моему, какая-то супер-ультра-клоузед стратегия. Они решили вообще до контакта разыграть апленд, при том, что на респауне стояли несколько секунд. И я подозреваю, что как раз-таки думали, чтобы такое показать. Начинается игра на зрителя с этого момента. 20-й раунд этой встречи. Кстати, ну вот тоже странно. НИПы вроде бы уже веселились в этом матче, но по-прежнему не теряют нити и продолжают действовать в некоторых моментах очень серьезно. И этот раунд, по-моему, тому яркий пример. Потому что захолодилась шведская дружина, никуда не спешит выходить и, собственно, ждет какого-то экшена в первую очередь от The Nation. Ну, The Nation тоже, не, скажем так, не естественно лепленные ребятки и разыграют четко. Кибакин плетка. Ну, с Форест, вот Флай бежит спасать ситуацию сейчас, его флешка может здесь не дать поставить. А, не, бомба ставится вообще в дефолте, и... Смотрите, при установке бомбы... Ну, посмотри, что творит Гетрич. Заходит в спину, забирает двоих, ситуация в итоге 2 в 2. Кзист минус Флай, Сейзет остается один против двоих. Ну, и... это жижечка, это не ГГ, не джи-джи, это жижечка. Жиденька, рекламка, а потом ЕСЭ, десяточки. Жи-жи-жи. We'll be right back.